передам. Ну ладно, сейчас чихну, у тебя вкус. Что, расстроились? Нет. Вообще похуй. Вы откуда? Ну, около Тюмени. А ты? Это где-то под Москвой? Около Тюмени. Нет, это под Москвой. Ну, где-то Ямал-Ненецкий автономный округ. Вот там тяжело? В каком плане? В плане жизни. Нет, нормально. А что делать? Хорошо. Что вообще делать? Нос канал? Да, у меня нос на YouTube канал. Но нет подписчиков вообще. А? Мало, пиздец. Пытаешься как-то двигаться, короче. А? Я из жопы вылез. А? Извини. Не раз слышно. Ну что, будем кружиться. Ты болтаешь? А? Я болтаю. Я рэп читаю. Рэпер. Ты сейчас не буду. Влад Чешироков. Стесняюсь. Я почему стесняешься? Я скромный мальчишка, да. А где ты зашел? Ну что, ты так будешь стесняться, у тебя никогда подписчиков не будет. Подписчик. А вот здесь ты права. Мне темненькая нравится, красивая. Я? А, ты, да. Я она всегда думает, что она какая-то не такая дура. Я урод. А мне нравится. Она себя недооценивает. Вот-вот, скажи ей. А сколько тебе лет? Угадай. 19. Почти. Не, а ты откуда, скажи? Москва. Москва, да? Она из Казани. А, я не был в Казани. В Казани как в Рязани, да? А? Грибы. В Казани как в Рязани, грибы с глазами, да? Сейчас дай инсту. Влад Широков 9. Кто еще раз? Влад Широков 9. Блядь. Влад Широков 9. Блядь, да. Хорошо. Это Инстаграм? Да. Че, будем кружить, Роман? Напиши. По-русски. По-русски написать или что? Да, по-английски. Напиши прям инсту свою как-то. Сейчас, секунду. Чтобы сразу нашли. Да нахуй я вам нужен? Для интереса. Ну давай, добро. Вы просто далеко. Так бы мы роман кружили, мутились. Реально. А тебе сколько лет? 26. Вот дверь. Что, нормально? Бля, ебало, пересвечи. Сука, пересвечи. Ты нас не выставишь? Выставлю. Я надеюсь. В плохом свете. Бля, есть он только... Он тебя настраивает. Да, есть только в плохом... Бля, сука, пересвет. Есть только в плохом свете. Сука, уебищная пиздец. Если так. Так, сейчас мы тебя найдем. Окей. Ну что, расскажите о себе там, все дела. Ну, Рамзи, рассказывай. Да? А, что рассказать? Ничего себе. Чё, можно? Я сейчас скину. Всё, чёрненькую забираю. А? Сейчас я чёрненькую забираю. Можно? Поиграем? Нет, не поиграем. А что? Я не слышу. Забираю, всё, будем гулять. Роман крутить. Хочешь? Обязательно. Я поняла, кто это. Кто это? Я поняла. Кто это? Она взялся сидеть. Там ещё девочка сидит. Вас что, девичник? Девичник. Ну, типа того. Пять девок. Девичник. Рэп, слушайте. Да, у нас девичник, у нас девочка замуж выходит. Фу, бля. Рамзя. Нет, Юля. Рамзя, ты что несёшь? Юля, покажи кольцо. Что? Ну, я. Ладно, я пойду дальше, девчат. Давай. Давайте. Обнял. Как тебе добавить? Давай. Как меня добавить? Не, Рамзи, я говорю, к тебе добавится. Точно. Пускай. Подпишется на тебя. Ну все, поцеловал, заплакал. Давайте. А...
Привет. Йоу-йоу, брат, как жизнь? Здорово. Ты бухой, что ли, братик? Я бухой? Да, ты бухой? Угу, бухой. Ты бухой, брат мой? А ты стримишь? Я стримлю, да, братик. Приколов, я еще не вижу, ребята, здравствуйте. Ну, привет, ты попался. Я попался? Да. Ой, меня схватили. Ты на стриме сейчас. Прикольно. Сколько чё? Знаем? 10 человек. Что? 5. 4. 3. Чё, скинуть канал тебе, как называется? Будешь подписан на него? Ну, ты же сейчас левый скинешь, что ты? Нет. Вот, Влад Широков. Ну, давай, скину. Давай. Но у меня мало подписчиков, если честно. Ну, давай. У меня 40 человек, бро. Давай, я просто задам вопрос. Не-не, честно, у меня мало. Я бы хотел раскрутить, но не получается пока. Видишь, вот, это я. Узнал? А сколько у тебя подписчиков? 47. И 49 уже. Понятно. Так у тебя... Сейчас идет, как все. Слушай, крип. У меня стрим сейчас идет, или у меня стрим? Не, у меня захват экрана. Я пишу видос. Нет. Чтоб стрим вести, надо 1000 человек, бро. Я вот хочу раскрутить. Подписчиков мало пока. Шаришь? А? Стример, стример, говорю, с 1700 онлайн, 300. На Ютубе? Ну. Ну, а 1000 человек? Не знаю. А вот мне вот многие говорили, на самом деле, тоже заниматься, но у меня микрофон, да, что? Ну, тебя слышно нормально, какая разница? Чё этот микрофон? Что? Тебя слышно хорошо, ну-ну, что ты спрашиваешь? Так, я сейчас через телефон. Камера, вот, вообще, да. Ага, ну вопрос-то в чем, бро? Ну, так, как мне начать? А, ну снимай видосы. Там, если тебе что-то нравится, ну снимай. Вот как есть, так снимай. Только не бросай. Я просто 16 лет бросил, вот сейчас заново начинаю, понимаешь? Сейчас бы была бы аудитория, были бы бабки. Чё? Говорю, через что снимать? Если я тут буду, например, снимать, меня не будет слышать через захват. Ну, экран. Но я же тебя сейчас слышу. Ну, сейчас я окей, я сделаю запись экрана. Ты можешь сделать с компа запись экрана. Я сейчас с компа не смогу, я с телефона сейчас, вот. Раз, раз. А, ты с телефона? Раз, раз, раз. Ну, ты можешь с телефона писать звук. Ой, запись экрана с телефона. А, ну будет, не будет звука, да? Ты про это? Ну, у меня не все точно было. Ну, попробуй, не знаю, с компа это все делать. Ну, чат-рулетка это такая заезженная. А сколько тебе лет? Ты еще молодой вообще. Мне 12, многие говорили мне вот. Ну, ты мой, если тебе что-то нравится, там, не знаю, музыка, вот биты пиши. Я сейчас биты пишу, биты пробую. Да, музыку. Ну, надо разобраться, понял? Увлечься лет так на 5, на 6, и тогда будет все хорошо, успех. Ты как считаешь? Ну, разберешься. Ладно, бро, я пойду дальше искать. Давай, удачи тебе, не расстраивайся. Снимай, главное, видосы. Все получится. Давай. Йоу-йоу-йоу, здесь все? Нет, чё? Ну ты позвони, а вы когда уже собрались, уже гуляете? А вы давно? Через часик можешь позвонить тогда, сами, если скинуть парту? Давай, сами, да? Yeah.
за хуйня? Ну мы покажем, блядь. Но! Покажи, ребята. Как жизнь, молодая? На букву «Х» я не подумал, что плохо. Хуёво. Хорош. Давай, садись на колонну. Нахуй! Ёпта, старик, здорово, как жизнь? Я думаю, колонка. На колонку. Нахуй, блядь, собачий. Ну чё, как жизнь-то? Скажи. Хоть нахуй держись. Тяжело? Ну, вообще пиздец. Ты не из Москвы, бро? Нет. Тяжело, значит. За МКАДом где-то, да? Ой, далеко за МКАДом. Ну все, я листаю дальше, братик, извини. Привет! Привет! Калапаки! Хамит. Твоя подруга мне хамит. Ничего. Мне обращай внимание. Ну, расскажи о себе первое. Потом обо мне услышишь второе. Я рэпер. Известный. Я известный рэпер. Крутой. У меня канал на Ютубе. Ты сейчас в моем видео. Круто? Или нет? Смотри. Да, круто. Чем занимаешься по жизни? Я рисую. Хорошо. Как тебе альбом Фараона последний? Я не слушаю Фараона. Прости, я иду дальше. Канал написал ниже, видишь? Угу. Вот. Все, пока. Скажи! Привет. А. Вот так, блядь, у нас делать. Хорош, хорош. Обознался, прости. Да, обознался. Привет. Привет. Привет, привет, привет. Привет, девчата. Здрасте. Вы красивые очень. Мне... Что? Мне нравится темненькая. Красивая такая, очень. Очень красивая, говорю. Да, и губы такие. Да, мы поняли, губы, да? Вы откуда, девочки? Из Москвы. Я тоже. Какой округ? Да, все так спрашивают. Бля, ну Измайлова, не знаю, какой округ. Я с Первомайки. Знаешь такой район? Ок. Ну что, будем дружить? Или? Или мутить? Или нет? Или нет? Или подружить, либо нет, да? Базар мой. Куда ты ушла как? Че, рэп не слушаешь? Что? Вы бухаете, девчат? Кошечки? Нет. Какой? А. Пить плохо. Скучно? А сколько лет вам? А сколько лет вам? По 22. 13. Блин, мои ровесницы, нормально. 26 каждый. Мне 26. 94-й год. Верно. Ну, такая же тема. Ровесницы, короче. Киски. Писечки, ровесницы. Е, ху-ху-ху. Я из Питера, ты из Москвы. Я из Питера, ты из Москвы. Братишка. Я из Питера, ты из Москвы. Братик, здорово, братишка, я тебя обнял, заплакал, поцеловал. Ты крутой блогер, везде. Так. Привет.